Нові Старс. Ну давай же. Я себе не вижу. О, вроде получилось. Эй, ребята, идите сюда. Нужно действовать вместе. Привет всем земным девчонкам. Мы так взволнованы, это наш первый земной видеоблог. Я Али. Я Мэй Талик. А я Ари Рома. Нам так много всего надо сделать тут. Пройтись по магазинам, посмотреть фильмы ужасов, а также фильмы про магазины и эти штуки, на которых ездят все вокруг. А еще я хочу попробовать печеньки. Печеньки. А потом еще танцевать. Воу, подруга. У нас ионы времени на все это. Давай вернемся к влогу. Моя миссия на Земле – поцеловать одного из самых нежных земных мальчиков. Я думаю, что этот твой пузырь станет небольшой преградой. О, нет, я ничего не вижу! Тяни воздух. А, окей. Ладно, а теперь моя очередь. Упс. Эй, отвали от нее! Ой, слюни! Эй, кто-нибудь видел мой пуфик? Этот, что ли? Да. Я купила его сегодня утром. Я слышала, все земные девчонки пудрятся, чтобы выглядеть офигенно. Ты хоть знаешь, каким концом? Думаю, да. О, май космос. Да я горячая штучка. А ты уверена, что... Эй, да не парься, я знаю, они так носят. Привет! Я Анаверс. Моя миссия на Земле – внести новый писк в местную моду. Хотя я еще сама не вовсе въехала. Ари, передай мне тот голопланшет. Я имел в виду журнал. Сейчас. Что? А-а-а! Вот как земные девочки делают это. Моя земная миссия – это встретить тебя, моя няшка. Мой Рэйвелин Джонсон. О, его глаза, они такие желанные. А густые волосы, они так круто уложены ёжиком. А улыбка... Горячий парень. Тут где-то про него была статейка. Сейчас я вам ее зачитаю. Прикиньте, его любимый цвет фиолетовый. Прямо как мои волосы. В любом случае, мы очень рады здесь находиться. Земля оказалась намного более крутым местом, чем мы ожидали. Ладно, нам пора идти. Увидимся позже. Перевела и озвучила Миёк специально для той.ру.